Всем-всем здрасте! С вами канал «Китай стал ближе» и я Владимир. Сегодня у нас, как уже и довольно-таки давно, две посылки на распаковке. Давайте посмотрим. Вкратце. Знаю, что в одной посылке шапка, в другой посылке не знаю что. Так что давайте начнем распаковывать. Начнем с того, что заказывала жена. И половина посылок для меня, честно говоря, секрет. Так что давайте начнем вот с этой посылки. А потом уже продолжим другими. Открываем посылочку. Посылочки сейчас идут довольно-таки быстро, пока везет. Единственное, открыли мы пару споров. Неправильные трек-номера. То есть по треку посылка где-то уже в Новосибирске, в Иркуте или еще где-то. А на самом деле она приезжает к нам. Так. Пакет пустой. Пакет в сторону. И здесь вот такая вот шапка. Шапка тонкая, хотя выглядела на фотографии, она довольно-таки толстая. Вот, да ладно. Давайте откроем. Эту шапку заказывала супруга мне. Приятный такой цвет. Да, классная шапочка. Выложу вот здесь вот сбоку, как она должна выглядеть. То есть на манекене. Сфотографируюсь, как она будет выглядеть на мне. Обязательно будет фото в группе ВКонтакте. Такая шапка. Не пахнет, пахнет нитками, шерстью. Внутри что у нас здесь? Лейблик какой-то. Прошито хорошо. Что, давайте почитаем, что написано. My show me. Не знаю, плохо у меня с английским. Не знаю, но на вид теплая. Конечно, не знаю, как зимняя, а как осенняя шапка, довольно-таки хороший вариант для как осенней шапки. Ну, может быть, и зимой пойдет, поскольку зимы сейчас стали довольно-таки не холодные, нормальные зимы. Так что вот так вот, вот такая шапочка. Давайте посмотрим, что же у нас во второй посылочке. Вторая посылочка тоже была заказана супругой. Я сейчас мало заказываю. Давайте откроем вторую. Вторая посылочка также дошла где-то недели за три. Здесь очередной костюм. Очередной костюм Егору Владимировичу. 110-ка. Это взяла у нас супруга на вырост. Давайте откроем и посмотрим, что у нас здесь имеется. Запаха сильного нету, есть небольшой, но не Китаем, а чем-то непонятным, какой-то как резиной. Есть вот такой вот, нас встречает сразу лейблик. Вот эту вот штучку придется, наверное, отрезать, потому что она, слышите, даже шуршит. Она жесткая, и она будет царапать шейку. Я даже на своих футболках эти бирки отрезаю. Что здесь написано? Стирать при 40 градусах. Химчистка, нельзя химчистить, гладить можно при 60-60 градусах. И это у нас костюм. Вот такой вот костюм с лейбликом Джин Рифил джинс. Причем здесь джинс и спортивный костюм, но не страшно. Вот такой вот спортивный костюм. Размер 110. Запах именно Китаем нету, есть небольшой запах, как резина, но это, я думаю, вот от этой вот штучки. Прошито, прошито хорошо, есть все бирочки, довольно-таки качественные костюмы. Можете перейти в описание, там всегда есть ссылочки, ссылочки под видео на все товары, что имеются, будут ссылки. Также будут ссылки в группе ВКонтакте, но в группе ВКонтакте я могу что-то упустить, поскольку видео снимаю раз в неделю и могу что-то забыть выложить. Так, если кому что-то еще интересно, можете сами писать. Я всем отвечу, где заказываем, какие магазины и все остальное.
вещи супруга заказывает, сейчас нашла магазины, довольно-таки качественные детские вещи. И по цене недорого, я бы сказал, здесь эти вещи намного дороже. Ну, давайте ближе к костюму. Костюм прошит замечательно. Нигде ничего нету. Единственное, вот здесь вот торчит нитка. Это как закончился шов. Ее подрезаем, подпаливаем, и все супер. Ткань крепкая, на ощупь приятная. Запаха нету. Размер 110. Еще я выложу фотки. Вот так вот. Что еще могу рассказать по этому костюму? Есть в нем кармашки даже. Даже кармашки, можно прятать соску. Взяли, спрятали соску, все, мамка не может найти, где соска. Вот так вот. Значит, была сегодня вот такая вот распаковочка. Такой костюмчик с шапочкой пришли. Дошло все быстро. Кому что-то, если понравилось, ссылки в описании. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик оповещения, и вы всегда будете знать о выходе нового видео. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами был Владимир, канал «Китай стал ближе». Всем пока, до новых встреч, друзья, увидимся.